патрончиков бы мальца отдали. А че так быстрая перезарядка? Все бы... Эй! Нормально. Че-то нихера не вижу. А-а-а, что там? Ладно. Там чувак, по-моему, какой-то, да? Не наш. Минусом. Ой-ой-ой, да-да-да-да. Ой-ой-ой. Что я сделал? А-а-а! Ой, блин, что-то я не то взял. Ладно. Ну что могу сказать? Первое. Скажу вам вот что. Вроде бы все пока нормально тогда. Ну, на дальних дистанциях я смотрю, вроде что-то там более-менее... Слушайте, здесь классная позиция. Снайпером, если отшивать... А, да. Я же патроны... Патронодаватель. Давайте-ка сейчас мы попробуем здесь снайперскую. Какую? СКС или... СКС. Ну ёпта! Ну где я вообще очнулся? Не пойми где. В том месте, откуда... Куда я хотел... Шмалять. Блин, а так вроде все нормально начиналось, да? Может, это попробуем. Какой-то напоминает кобра или страйкер или... Извини, чувак. Нормально. Чё это они тут сидели-то? Там кто-то сзади, по-моему, да? О, да не шот. Сколько я ему оставил? Да чуть-чуть совсем цепанул его. Ничего. Никогда никого, по-моему, гранаты не убивал, честно. Даже интересно, что это как-то. Еще один. Сухо! Я... А, двоих замочил, да. По-моему, да? 13 к 8 идем. Так, что, пардон, что это было? Ну-ка. Бабахает вроде нормально, но что-то никого даже не задевает. Да убил, что ли, нет? Противник убит. А, ну вот, все, я понял, нам тут пишут. Противник убит, типа для тупых, как для меня. Хотя нет, нормально, я и так все понял. Так, ну, модификации я что-то... Если тут типа прицел какой-нибудь там, глушак. Хотя в таком месте глушитель не нужен вообще. Бабахает тут все. Зверски. Че, я застрял, что ли, я не понимаю. Да как он меня перестрелял? Куда-то мышку уводит. Ну, я точнее увожу куда-то ее. Это у него снайперская винтовка большая, так интересно. Ну вот. Там кто-то есть, что ли? Че, побежали? Сука. Не убил. Не смог. Опять в минусе. Ну, начинаю минусоваться. Постоянно. Давайте. Может быть, не повторять за чуваками, так же отсиживаться. Ой-ой-ой-ой. Ага, вон там кто-то пробежит. Да убил же, ёп! Или убил, реально. Да, замочил кого-то, видимо. Надо мимо ангарчиков ходить. Сейчас мы... Да, шпильнем и побежим туда. Ну чё, я потихоньку начинаю... Да, я начинаю привыкать, но нормально, так сказать. Мясо, мясо какое-то. Но нагибать я пока не... никого не вижу. Чё, трипл сделал, что ли?
Давай, скри... Блин, перезарядка, да, бывает. Ну, с перезарядкой бывает. Всегда проблем будет только с перезарядкой. Окей. Так, а я заметил у инженера или как кого там? Что-то там типа... Там, по-моему, броня, что ли? Еще что есть? Я что-то... У нас брони я не вижу у себя. Койот меня замочил. Фига тут... О! Я что-то придержу, чтобы поднять. А. Колесы винты, парень. Это... Болтовка. В жопу мне нужна пока что. Болтовка. Я, блин, с болтовки... Еще за мясо. Я с болтовки... В Warfuck играл... Не знаю. Что за мясо тут происходит? Мазафака, что происходит? Зверская какая-то батва только что была, да? Откуда стреляли это? Ёпта. Вон он, ёпта! А, со всех сторон уже. Нагиб зверский. А ну вот нам точку поменяли. Ёп. Да сдохни ты, ёп, видали? Ну чуть такое. Иди, человек, пожалуйста, свали отсюда. Ну, хоть аптечку дал. А, он с дробовика бежит. Ну, у нас тоже такой есть. Но пока мне он не по душе. Потому что я никак не привык, да, нафиг? А что тут у нашего чувака было? Еще что такое? Понимал, по-моему, да? А, ну убил вроде кого-то. Все. О, меня резнули. Зачем, зачем, зачем? Не понимаю, зачем. 1%. С 1% не каждый выживает. Двадцать один, 18. Я вообще в шоке, то что я вообще в плюс выхожу. 15-й. Аук какой-то. А, это. Забыл, как называется. FNF-2000, по-моему, да? Да хер знает, у них названий столько этих. И они все такие похожи. А гранаты у нас есть? Чё гранаты нет? Снайпер, что ли, там палит? Так, ну чё, погнали, попробуем, что за пушечка у нас. Так, отдача у нее вроде, разброс с бедра вроде нормальный, да, приемлемый. Ну, если я смотрю по прицелу, по сравнению с тем пулеметом грёбаным, которым сейчас у нас был. Сука, ты тут засела. Да, бывает. Ладно. Чё я сделал? Заряд. Эй, ты же снайпер. Это снайпер. Ой, я не снайпер. Да попал же, ёп. С такого же говна меня замочило. Ну, не с говна, конечно, но... Я имею в виду с такого же оружия. Ну чё? Сейчас отхватят. Не понимаю, откуда пали, откуда отбегу, хер знает. Хер знает куда. Теперь я знаю, куда гранату кидать, да? Сейчас кинем. Так, куда я тогда побежал?
Надо сюда, да? Да ёб! А, убил вроде, да? Да, вроде, значит, чё, 24-23. Чё-то пипец какой-то, единички выхожу. Ой, зачем грену выкинул? Не надо было выкидывать, да? Ну ладно. Еще пару очков. Ой, фрагов. Ой. А, ну все, типа, да, закончится. Ладно. Вот теперь мы выиграли. Мохнатик увеличил. Нифига, сколько дали? Эй, что такое еще было? Какая-то херулька. Угу, столько достижений. Нашивок. Офигеть. Ну чё, нормально. Наверное, придется на этом прерваться. А что тут надо делать? Посмотрим, может, еще поиграем.